Всем привет! Всем привет! Какие все правильные. Мы приехали домой, а тут нас ожидала посылочка. Света Кравченко, пока нас не было дома, прислала нам посылку. Спасибо огромное Дане. Она забрала нам посылку и хранила ее у себя все это время. Сейчас покажу. Вот такая большая посылочка. На нее наклеили хрупкое, чтобы не побыли. В общем... Света мне писала, что в посылке должны быть моющие для духовки, потому что у меня с духовкой лично не дружу, понимаете? Я не знаю, каким образом, но нам она всегда закинула. Ну, не знаю. Это любовь, что ли? Да. Вот. И Светуля меня в этом, спасет в этом случае моющим. Но! Что в такой огромной коробке? Неужели там моющие для посуды? Поэтому будем открывать коробеньку. Давайте, будем открывать. Давайте только мама адреса сорвет и наведем сюда камеру, потому что... Да, Люля. Адрес показывает, это не лучше. Адрес можно мой показывать, а вот Светочка лучше не показывать. А, да? Ну да. Свой покажем, а чужой не будем, да, Андрюх? Свой не опасно уже, все знают, где мы живем. Поэтому и не публиковали мы видео из Египта сразу в Египте. Дима был против, потому что ходоки у нас были, помните, по дверям ходили, звонили, видео снимали. И хоть мы и поставили сигналку на квартиру и все такое, но решили перестраховаться. Поэтому видео из Египта мы не публиковали сразу. Вот, сразу скажу почему. Так, сейчас я вот цей адрес, господи, як це здерте. Что это у них за такие наклейки? Ля, у меня есть ножницы. Это вам будет очередная, это, Андрюшка, дай-ка мне не куша. Очередная коробка на игрушки, да? Все, показываю. Вот такая коробень. Давай откроем. Будем открывать бокс. А может будет еще конфетки жилетки? Так, только подождать надо. Сейчас папа придет, будет нас снимать, да? Ну, обычная распаковка бокса. Ой, какого бокса? Какая обычная? Браво Старс. Сейчас, Браво Старс? Браво. Так, тихо. Браво Старс, взять бесплатно. Тихо, мама открывает. Еще одна посылка не идет. Подождите, мне надо вот с этой стороны еще открыть. Ника, мне кажется, прям глазами вертит за коробкой, когда я верчу. Так. Так. Ну, тут вообще-то маме моющие для духов. Моющие для духов. Обидно-то как. Что тут только моющие. Люля, смотри. Так. Так, что это такое? Боже, харьковский сувенир из Харькова. Набор печенья. Какого красивого. Моя размалевка. Боже. Еще одна размалевка. Спасибо тебе, Светочка. Смотрите, какие классные печенья мы будем печать. Русалка. Рисование. Ты будешь рисовать? Боже мой, какие моющие. Разукрашечки какие классные. 32 наклей. С наклейками! С наклейками. Так, а тут такие принцессы. Это водные разрисовки. Светуль, спасибо огромное. Это кисточкой вось-вось. И видите, такие водные. Рисуешь, и краски соединяются. И получается, не надо ничего, красок не надо. Покажи маме моющие. Моющие. Боже, моя хорошая. Девочки, это что? Фаберлик? Это что, Фаберлик? Ультракондиционер для белья. Я никогда не пользовалась этими средствами. Вау, я и хотела такой. Ты будешь кушать такой, да? Это, конечно, все очень интересно, но ничего не понятно. О, шоколадка! Но ничего не понятно? Ультракондиционер для белья. Так, сейчас. Резинки мои! Да не резинки. Боже мой, мама дорогая, Света! Так, во-первых, смотри, сколько кексов прислала детям. Светуля, ну ты просто...
Светочка, какая спасибо тебе. Какая ты красивая. Ну, спасибо тебе большое. Это не Куша, да? Съест все? Да. Андрюшка завтра в школу возьмет кексик, да, Андрюша? Та-дам! Ух ты! Да, это какая-то вкуснота. Что это такое, кто знает? Это может мини-пироги. Гростата? И может конфеты. Гростата. Это такие, как с вареничком там, наверное, внутри, блин, да? Хвати, хвати. Боже мой. Я не успеваю, вы понимаете? Смотрите! Бери, бери себе конфетку, Никуша, бери. А я буду разок. Конфеток сколько, моя хорошая. Такая, такая милота и забота. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давайте посмотрим заколочки, давай? Давай. Слушай, я видела эти заколки, но мне Дима не дал их купить. Это просто вообще. Я смотри. Хотела. Ника их хотела очень. Я сейчас распечатаю и покажу вам. Дима сказал, что я транжира. Сказал, что я транжира и не дал мне их купить. Смотрите, у нас камера на табуретке стоит. Это логично. Это логично, да? Для нас это прям норм. Блин, а как отсюда достать? Только разорвать, да? Боже мой, Ника, это вы себе не представляете, девчонки. Вот это вот заколочки. Смотрите. Как нам убрать вот это? Смотрите, оно такого насыщенного красного цвета. Просто не передает камера. Вот это вот, видите, они все на заколочках. И вот это вот такая резинка, на дульку можно в садик одевать. Это просто бомба! Я знаю. Смотри, Никуля. А еще дополнительно есть булавочка к заколочке. Если хочешь, то можешь одеть себе как этот. Как брошь. Ой, я не могу, у меня прям ручки дрожат. Смотрите, какая красота. Ой, не могу, Свет, ну тебе просто вот за спасибо огромное. Андрюха, а тебе, походу, вот это? Это мне? Да. Так. Покажи, Юля. У нас будет прям семейная вечеринка, да, на Новый год? Да. Одевай. Джингл бенз, джингл бенз, джингл all the way. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Класс, Юля! С наступающим Новым годом вас! Да. Классно? Так, все, 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 это бумажки, бумажки, все. Бумажка! Скажите тете Свете спасибо большое. Спасибо, спасибо. Тетя Света. Тетя, спасибо, Света. Ай, какая хорошая тетя Света. А сейчас мама покажет, какие подарки ей прислали. Я сейчас разберусь, потому что у меня никогда в жизни не было моющих от Faberlic. Смотрите, во-первых, вот это вот, какая карабень еще, вот это вот. Очень много, я прям в шоке. Faberlic Home, косметика для уютного дома. Это ультракондиционер для белья, я сейчас понюхаю, суперконцентрат, особая забота о тканях, его надо, наверное, очень мало ложить, сейчас в свете напышу. Девочки, хочется не растягивать, понимаете, видео, но так все. Ой, пахнет как духи прям, боже мой. Андрей, а у меня откохло здесь. А это что это такие? Мыло для кухни, что усывает запахи. С фруктовым ароматом. О, смотрите, какая красота. Мыло для кухни. Да поставь себе мягко, эффективно мыло, не подразни, не сушит рук. Класс, прям вообще супер. Хочу это посмотреть. Вот, средство чистящее, универсальное для ванной комнаты. Удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, кальциевое отложение, ржавчину. Никогда, честно вам скажу, не пользовалась Faberlic и их продукцией. Даже не знаю, как это заказывать и где заказывать. Свет, Свете все напишу, она мне все расскажет. Как это правильно работать. Для ванны. У меня все закончилось. Просто я приехала. Ой, а что это такое? Лимон. Faberlic. Гель очищающий для туалета. Вот такой. Это куда надо вылить?
Нанесите средство на ободок унитаза, а затем обработайте щеткой. Ага, нанеси на ободок унитаза, обработай щеткой. Хорошо, я все сделаю. Цель для ванной комнаты. Вот, для духовок и плит. Фаберлик. Вот, вот это вот для духовки. Свет, спасибо тебе огромное за эту заботу, за тепло, за то, что ты хочешь мне показать, что можно что-то другое покупать, блин. А это что-то такое? Фигурное туалетное мыло. Дети! Чья это мылка будет? Мою. Давайте откроем, посмотрим, какое оно. Можно? Давай. Можно уже? Да, можно! Это ж прям... Подвигайтесь к Фане поближе. Подходи, не стесняйся. Уходи, не бойся. Ты уже все сняла с этой штучки? Ты смотри, только не поломай. Хорошо. Боже, как пахнет! Я отебе эту резинку из ее. Да. Посмотри, оно фигурное. Смотри, там медвежонок или бегемотик. Бегемотик в шапочке. Как приятно пахнет. Понюхай, дочка. Это будут ваши мыло, вы будете мыть им ручки. А, просто капец. Боже, это все тоже Фаберлик. Я хочу купить 10 таких мыл срочно. А я 40. А я 10. Боже мой. А я 40. Как это заказать? А скажите мне, пожалуйста. Светочка, может, ты занимаешься Фаберликом? Может, как-то твою страничку разместить, чтобы люди могли у тебя заказывать? Что ж ты мне ничего не сказала? Ладно. Да. Концентрированные средства для мытья посуды красный грейпфрут. Ой, оно все так запаяно, чтобы ничего не разлилось. Девчонки, ну прям серьезно, я удивлена очень косметика за этими моющими от Фаберлик. Никогда не видела, никогда не пользовалась. Светуль, я сейчас у тебя узнаю. Если ты занимаешься этим, то, девочки, я оставлю ссылку на Свету. Знаете, когда есть проверенный человек, у которого можно заказать, то это очень классно. Я прям заинтересовалась и все попробую. Ну, мыло я уже прям хочу повторить. Смотрите, резиночка. На дульку. Можно мама померяет? Да. О, смотрите. Класс. Давайте все вместе. Очках, заколках и в этом. Класс. Какие мы крутые, да? Да. Вот это посылка. Вот это я понимаю. Спасибо тебе. Спасибо Свете большое. Спасибо. Спасибо, тетя Света, еще раз. Тетя Света, спасибо. Завтра Ника пойдет красивая в заколках в садик, да? Андрюшка пойдет в очках в школу. Да. А мама будет намывать духов. Пока-пока. Еще увидимся, да? Еще увидимся. Мы все вас любим, целуем. И не ходите по чужим каналам. Не ходите. Но. Пока-пока. Пока. Пока. А, печеньки, вкусняшки. Эти с маком и в белом шоколаде, наверное, да? Класс. Ой, просто в сахаре. Вкусняшечки. Ешь, Димусечка. Сейчас заварим себе чайку и побьем с печенюшками. Спасибо, Светуль, тебе еще раз. Да. Очень-очень вкусно ты все. Юля, что ты делаешь? Видео снимаю. А ты что делаешь? Мультики смотрю. Я хочу.